Я уже не могу на змею нормально прыгнуть. Теперь прыгну. А как я зацепился за обезьяну, не понял. Чем? Какой частью? Да иди нахрен, порося. Так, стоп. Мне надо через вот эту фигню или нет? Попробую. Эть. Так. Да, есть тут тоже. Привет, Макс Пауэр. Книга джунглей уже не первый день тут. Я ее уже пытался проходить. Вот зараза. Киданула так в меня. Стоп, а тут есть что-нибудь? Да. А, я что-то все поподбирал. Чил. Так, вот этого только надо задавить. И все, идем дальше. Где стопорюсь? На 6-м уровне я тогда не нашел 2 алмазика. Где они были? Хрен его знает. Лазил. У меня куча жизни было. У меня нормально все, в принципе, было. Я даже не все континуумы использовал, я задолбался, выключил и все. Так. А еще где? Я, наверное, вот этих машкару тут. Ага, все нормально. Только маску взять. И все. Ну, Alien 3 я проходил на стриме. Я помню, я ее мучал нормально. Это был ноябрь-декабрь. Я не один стрим ее мучал. Ну тоже так, не спеша, через пень-колоду, но я ее прошел. Не то, что там я каждый стрим только Alien не играл. По одному, по два трая. Да блин, мухи. Вот 6-й уровень наподобие вот этого, только там в домики еще заходить, и вот там вот я не нашел 2 штуки.
Да ё-моё. А, тут же, да, тут всё. Теперь мне надо на этаж ниже. И вот так вот. Ай! Вот меня бесит, когда какая-то хрень, которую кинула обезьяна, лежит на полу, я об нее все еще могу удариться. Спрашивается, как? Перецепиться, что ли? Ладно, там обезьяна в меня кидает, и я получаю урон. Но когда она уже на полу валяется, я об него пяткой цепляюсь. Это, конечно, раздражает. Да иди нафиг. О, хорошо, хоть виноград тут есть. Так, тем временем осталось два штуки. Как раз они там где-то должны быть. Или нет. Ах ты ж, ах ты ж. Змея. Тоже ж змея. Вот так вот. Да, и там последний уже возле этого. Лопатку обязательно. Вот падла. Даже 23 секунды еще осталось маски. Отлично. Уже лучше, чем когда я тогда играл. Насечки в Маугли. Да мне как-то не особо прикольно было. Да, я согласен, там графон чуть получше. Но. Вот этот! Ну как? Как можно было. Короче, все пропекал. Надо сейчас быстренько ломиться на эту катапульту. Иначе не успею. Маска. Да, ну, а где он? Блин. Ну все. Сейчас не успею. Успел. Все, остальное не имеет значения. Нифига нет. Контра ничем, я задолбался и выключил ее. Сегодня я не хочу в нее играть. Уже.
А я думал, я слонов уже обогнал. А то даже еще они меня обгоняют. Хитрит, чуть не упал. Вот падла. А нет, тут нечего ловить. Так, а тут? Тут только чекпоинт. Окей. Привет, Lost Heart. Да, какая нормальная игра. Только надо терпение, чтобы посидеть, а у меня его не хватает. Ты мне сказал бы, что она сильно сложная. Да идите, твою мать. Меня тише слышно, да у меня микрофон не отрегулирован даже нормально, говоришь, меня тише слышно. Я когда свои воды просматриваю, то мне аж не очень от этого. Так. Слоники. Эх ты ж, зараза. Лопата, лопата. Это лопата бегала. Так, ну и там последний. Кого глянуть? Кому-то еще игра громче, чем я, или нет? Кто-нибудь напишите, хотя за 2 часа могли бы уже и написать. Так, а зачем вот смотреть этот, если я ничего не менял в настройках абсолютно? Все как всегда. Все нормально со звуком. Кому мне верить теперь? Так. Все собрал. Вон в White Infinity вообще игра тихо. Ай. Да задолбали вы меня пинать. Ну ты представляешь. Может, я неправильно сделал?
правильно. Так, ну тут же надо все-таки вот сюда спускаться. Да, вот так вот. Тихо. А я уже хотел прыгать. Я думал, там камень, а не черепаха. Так, ты тоже крокодил? Там ни хрена нету. Тут только... Зачем ты прыгнул на птицу? Ты должен был цепляться за веревку. Птица-то тебе что сделала, идиот? Нафига ты ее трогал? Ну, блин, не знаю. Первую жизнь потерял. Что, в такой нелепой ситуации? Да. Мне кажется, там лучше было с разбега прыгать. Не кумарь меня. Вот так вот надо было прыгать. Хрена я прыгал вверх. Так, тем временем мне осталось еще 4 штуки. 4. 3. Да блин! Два. Вижу. Так, стоп. Тут, по-моему, этот тролльский эпизод, когда я должен... А кто там? Камни, камни! Есть. Ну и все. Один еще, наверное, там. Если я ничего не путаю. Пока не видно. Да, проходил, только очень-очень давно. Да, наконец-то я нашел то, что мне надо. И теперь... Так, где мои двойные бананы? Thank you.
Тихо. Фух. В этот раз я его убил с первой попытки. О, нет. Вот зараза. Вроде нормально прыгнул, но меня все равно зацепило. Ух, вовремя я убил эту хренатень. Лягушку, в смысле. Так, все, можно выбирать стандартное оружие. Чекпоинт есть, все хорошо. Тоже никаких. Блин! Два раза на одном и том же месте. Так, это хорошо.
Тихо. Как три раза подряд? Вот как оно стреляет три раза подряд? Я этого не понимаю. Меня запарили. Так, на последнем хп надо как-то до ближайшего чекпоинта, что ли. А как? А, вон, вижу. У меня время выходит тем временем. За 8 секунд надо успеть взять вот эту хрень. Есть. Чтобы уже начать с чекпоинта. Отлично. Теперь уже наверх. А, нет, все равно наверх надо. А все равно надо. Почему? Потому что тут дальше ж проход. Так что хоть так, мне надо через верх идти. Я там видел один. А где еще два? А где? Лопата. Очень хорошо. А где еще один? Твою мать, где-то захараздил один. Вот это уже плохо. Еще чекпоинт нажал. Сейчас бы лучше бы я убился и появился бы в том месте, где, короче, вы поняли. Где на дереве был чекпоинт. Нахрена я нажал там чекпоинт? Ну это вообще жопа. Сейчас же туда все мобы ожили, которых я убивал. А вот он один, летит твой маг, я его не взял. Магия какая-то. Достаю. Так, и вот следующий уровень. Неважно, сколько у меня жизни, там 19 или я не знаю. Но блин. Если бы знать, где спрятаны. Вот те два кристалла, которые я не нашел.
Похоже на шип. Задрас, ты переиграл в эти игры. Тут нет шипов. Я тебе точно говорю. Да, прикиньте, Маугли с шипами. Так, вот один я взял. Блин, не кумарь меня. Ломап. За 20 жизней. Так, девочку мы прикончили. Внизу есть что? Нету. А тут тоже, в принципе, не стоит. Эй! Ки нафиг! Так! Как же мне попасть вон туда? Понятно. Привет, картофан. А, я не в ту сторону. Надо мне как-то попасть. Да, блин. Иди нафиг, ящерица. Так, мне бы вот здесь вот. Да, вот этот вот взять. Сейчас я этот подберу. Этот надо подобрать. Тихо. Там уже мы упадем. Прыжок. Или не упадем? А ну-ка. Нет, это самый низ. Можно было бы и упасть. Да блин, опять упал. Ладно, это фигня. Это не принципиально. Главное сейчас все понаходить. Так, и вот теперь я уже на самом верху. Тут я забрал. В итоге остается еще 4. Даже лопатку нашел. 3 остается. Два. Где они? Вопрос.
где еще два алмаза. Тут ломат. О, есть один. А еще? Вот он. Ага, я пришел еще и к боссу. Стоп, как? Кто помнит, как бить этого босса? Чем его бить-то? Ау, фак! Так, у меня заканчивается жизнь. Я и так к нему с неполными жизнями перешел. Кто кого? У него вообще понты осталось. Да ты падла, ну ты падла. Окей. Так, эту летягу надо сбить. И походу я буду его бить двойными. Блин, запарил. Ай, не успел. Ну, теперь хоть успел. Есть. Так я не бил камнями в Асхард. Я двойными бананчиками кидал. Эпичные моменты. Так, ну что, прогресс, я в седьмой зашел.
20 жизней. Мегамен для красоты. Потому что на том месте только что был таймер для контры. А теперь вспоминаем эту шнягу. Оу, фак. Где искать 15 штук? Как бы жизни хватает для того, чтобы крабить. А тут двери можно заходить или нет? Ага, хрен. А куда мне идти? Ох ты ж! Ты смотри, сколько их тут. Так, и походу это самый низ. Да, я даже туда встать не могу. А пенек на чем стоит? Эй, в воздухе? Пенек в воздухе, по-вашему? Шакалы. Пенек стоит, а я встать не могу. Весело. Да иди нафиг, ты, камушек долбанный. Отлично. Вот тут пенек стоит. Я могу встать. А там я не мог. Так. Так, а куда мне? Ну пойду-ка я сюда для начала. Хрен поймешь. Короче, падаем. Падаем. О, скорпиошка. Так. Еще 9 штук. Где их искать? Я, конечно, рановато спрашиваю, потому что... О, нашел, вот так вот упал и нашел. О, есть. Ядрит упоротый уровень. Есть. Да. А это самый низ, походу. Так, тут что у нас? Если там какая-то хрень, значит туда можно встать. Значит тут может быть тоже. Маска. Нафига мне маска? А тут? Умру, не умру. Умер. Блин, опять меня долбануло это. Так, 6 штук. Где их искать? А, я опять сюда пришел. А если разогнаться? Йиху! О, зато я увидел алмаз, и мне пчелы. Мне пчелы помешали. Да иди! О, колобки эти меня бесят. Так, а если забраться куда-то повыше и потом спрыгнуть вниз и взять. Прыжок. Вон еще один. Вы видели? Блин.
Блин, я не могу попасть в эту птицу. Разве это нормально? Так. Еще 5. О! Я там увидел вверху. А как же на него попасть? Как же на него попасть? Ай. Во! 4 осталось. Это хорошо. Не падать. Я пришел на начало, я знаю. А, зараза. А, мне там нечего делать. Мне там нечего делать. Так, 4 штуки. 4 штуки. Ладно, прыгаем вот так вот на пофиг. Я увидел один зато. Если хотите знать, я увидел его. А кстати, вот этот я брал, который я тут видел, до которого мне не дали ножки долететь. Да, вот. Вот. Есть мышек убил. Что там у нас внизу? Да, я его не взял. Все правильно. 3 штуки. Один я видел. Вверху. Так. Падла. Один я видел в правом верхнем углу. Может, это еще не самый-самый угол. Но тем не менее, он высоко. А еще где 2, я понятия не имею. Возьму-ка этот чекпоинт. О, часик. Ну хорошо, а дальше куда? Ну что за... Ладно, прыгаем. Просто прыгаем. Баба. Ой, блин, так, тут что-то есть, нет. Там летает птица. Прыгал, прыгал, стрелял, стрелял. И не попал. Так, это все хорошо. Я поднялся наверх, пришел на начало. Теперь мне надо как-то продвигаться. Может, они все вверху? Я надеюсь на это. Потому что я то все внизу как бы исследовал, исследовал. Эй, идиот! Ну, разгонись ты! А хотя... Хотя... Все, все нормально. А че я спешу? Куда я спешу?
Убил этого попугая. Так, сюда. Чекпоинт. Охренеть, я упал. Теперь все заново. Ну один там точно есть. В том краю. Как туда допрыгнуть, конечно, я пока не знаю. Ну блин. Как туда долететь, мать твою? И опять же, там один был или два? И где еще? И тут бесполезно, тут не... А нет, есть! Есть вот лиана. Может, все-таки я вылезу наверх? Или хераз два? А нет, хераз два. Опять по той же дорожке надо возвращаться. Твою мать! У меня тут буквально одно касание осталось. Боши. Ай, пес с ним. Ну и чё ты? Начнем с чекпоинта. Привет, Нико Пауэрэнд. Помаши мне, хорошо. Я тебя увидел. Та-дум! Взял, нафига? Нафига? Ладно. Не, ну блин, я ж хочу. Да падла! Че, обезьяны? Ай, фак. Да, блин. Ну вот как тут допрыгивать? Как? Что там делать? Не буду я даже брать чекпоинт. Я в шоке просто. Что я не так делаю?
прыгнуть попробовать. Ну, вы поняли, короче, да? Это говняная птица. Вот тот раз мне машкара не дала туда долететь. В этот раз подлезла птица, и я ее убил, и тем самым не допрыгнул. Вот опять! Какого хера ты лезешь? Иди твою мать! Вроде бы прозрачный, неуязвимый. Не, оно падло как раз по таймингу подлезает, чтобы получить урон. Эти ссаные птицы. Ура, я успел его убить, прежде чем он меня что-то запустил. Твою мать. Да иди ты в жопу. Сейчас оно опять упадет. Ну хорошо, в тот раз я птичку одну убил. Ладно. О, и на эту прыгнул. Ничего так. Ничего так. Да. Вот мой чекпоинт. Да каким бананом на лету-то? Какие двери тут есть, я не пойму. Александр, ты о чем? Где какие двери? Ты знаешь, что тут двери какие-то есть? Прыжок. И еще одна птица подлезла. Короче, пока всех птиц не убью, мне перепрыгнуть не дадут. Вы поняли, да? Ну а теперь они опять оживут все. Теперь заново их на них прыгать. Вот, 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 первая птица. А, в двери можно заходить? Твою мать. Я собрал почти все эти и не зашел ни в единую дверь. Наркоманская игра. Да, я этот нюанс забыл. Осталось два штуки. Ладно, будем теперь по дверям ходить. Да пошел ты! О, еще один. Остался один. О, еще и лопату нашел. Вы представляете, я собрал почти все. Почти все, не зашел ни в единую дверь. Так, я вернулся к своему чекпоинту. Один. Где он? Ну, спасибо, тут я уже всех перебил. Тут уже, как говорится, все изведано. Пута мадре. Опоздал на спидран. Да, уже надоело мне, я выключил. Ты ничего не пропустил, ничего интересного не было. Я ничего не улучшил сегодня. К сожалению. Ничего зрелищного не было. Я даже не прошел сегодня контру. Что-то она у меня сегодня не пошла. То ли настроение такое, то ли не знаю. Ну да, в эту дверь-то не зайдешь. Она закрыта.
Да! Ну как же вы меня кумарите? Я тут уже жизни просрал штук 12, наверное. Так, ну один-то, один. Где его искать? Есть какие-то идеи? Птичка! Лети-ка я тебя. Так. Ага. Вон он стоял! Вы видели это? Последний, иди твою мать, последний! Я еще не все жизни просрал. Все, я знаю, где он. Блин, а если... Да иди нахрен. А если отсюда вот так прыгнуть? Прыгнул, да. О, да, вот. Вот. Зря я, конечно, сбил эту хрень. Вот так. Ура! 10 жизней еще осталось. Живем. Для стримера, для зрителей просмотра. Может быть. Может быть. Так, сколько мне тут жизни дадут? В этом бонусе. Понятно, там наверху ничего интересного. Маски мне особо не нужны. Маски у меня, по-моему, 99. Там мне все тут по 99. Только вопрос в том, собрал ли я все жизни. Ну, две штуки вроде. Две штуки взял, нормально. Так, сейчас я отключусь.
Вот сейчас будет такой уровень. Я не помню, есть ли тут алмазы. Есть один алмаз. Да, и тут надо бежать, 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 бежать и бежать. А точнее прыгать. Потому что все рушится. Все ломается. Один единственный алмаз, он находится практически перед самым боссом. Босс тут, конечно же, обезьяний король Луи. Вот. Ну и все, бежим. Бежим, прыгаем. Я ничего не помню, поэтому я не знаю, сколько... Хватит ли мне 12 жизней, чтобы пройти это все? Вот уже фейл. Не допрыгнул. И не допрыгнул. Ладно. Тут, по-моему, чекпоинты должны быть. Хоть иногда. Я правда не помню, сколько их. Ну как можно было зафейлиться на таком легком эпизоде? Потому что то, что обваливается, оно уже не появляется заново. Поэтому падать вниз ни в коем случае нельзя. Ну там, допустим, то, что ты не допрыгнул, то само собой умер. Вот, а падать вниз, там, где казалось бы они были, но они уже не появятся. Тут нету такого эффекта, что появляются, если ты там ушел за экран и вернулся. Нет. Так что надо... Ну, походу, это очень сложный прыжок. Пока White Infinity. Кстати, вопрос к знатокам. Если я, допустим, поставлю 8-ядерный AMD в свою старую материнку, которая сейчас стоит 4-ядерной, она не умрет? Блин, два раза пропрыгал, даже три. Думал, сейчас обвалится. Не умрет ли материнка? Так, чекпоинт. Отлично. Но это было бездарно. 4 жизни уже ушло тем временем. 4 жизни ушло. Не, если все позапоминать, то все проходится, конечно же, легко. А не так, как я спустя 17 или сколько там лет пытаюсь здесь выруливать. Ну как? А, тут надо было высоко прыгнуть. Не-не, совместимость там есть само собой. Ну, то есть, по этим самым. Процессор туда сядет. Я имею в виду именно вот разница в том, что моя материнка, допустим, стоила... Примерно, я не помню, гривен 500. Но это было, наверное, года два назад. Когда ее... А куда тут? А куда тут? Ядрит. Я ни хрена не пойму. Вот, а процессор стоит 2000 гривен, допустим. 8-ядерный. Ну, это я так просто спрашиваю. Я не буду ничего менять, потому что... Потому.
Блин, дайте чекпоинт, пожалуйста. Будьте людьми, дайте чекпоинт. Я уже все жизни просрал. Неужели вам мало этого? Тем временем я уже наверху. Yes. Так, ну теперь надо этого ушлепка замочить. Время. Чекпоинт, само собой. Так, чем его бить, вопрос? Я не знаю, вот этот виноград, если его... Мне от него толку никакого, если я его... Так, попробуем поплеваться по нем. Вроде урон хороший наносит эта плевалка. Я понял, Лего, насчет этого. Все полезно, что... Ну, если... Если уже таким руководствоваться, то, знаешь, должно быть все нормально. Ай, фак! Шерхан в 10 уровне, это всего лишь 8. Есть, я его прошел. Так, прогресс сегодня очевиден, уже дошли мы до 9 уровня. В 9 может быть никого, тут же есть уровни без боссов. Как, допустим, вот этот уровень, который был перед королем Луи, там, где я слил больше 10 жизней. А может, да, может один босс на 2 уровня. Я не считал. Может, боссы как раз в четных уровнях находятся. Самое главное тут жизни собрать. Да, мы в 9 уровне, там сейчас начнется ночь, огни, прям как. Ладно, не заберусь я туда наверх, хрен с ним, жизни собрал и хорошо. А, нет, тут еще огней нету, да? Так, ну вот первый алмаз уже есть у нас. Огни начинаются, значит, в 10. Но зато тут уже темно. Да, летучие мыши. Летучих мышей надо искоренять. Так, а куда? Что? Где? Как? Блин. Это из страхова. Что внизу? А ничего, это самый низ. Падение, это капец. Мне кажется, или москиты тут слишком толстые? Что я стрелял. Или то я не попадал просто. Так, а ну-ка мышка. Мышка с 3 раз убивается, как и попугай. Нормально. Да. Пока только 9 штук собрано. Обезьяна, не пошла бы ты в одно место.
А! Надо его как-то... Во. Приговорить. Тут, короче, уже все, кто хочешь. Да блин! Ты падла мелкая! Фух, так, ну и вот для этого я и оставил этот виноградик, который 7, 8. А, я говорю 7. Я только 2 нашел. Куда я падаю? Тихо, тихо, тихо. Да, а, не, все, влево нам не надо. Нам надо... Влево мы, наверное, все уже собрали. Продвигаемся дальше. Так, нет, вот этих вот говнарей я убью. Отлично, лопатка. Так, хорошо. А если тут упасть? Очень плохо я упал. Ну ладно. А, я на этом дереве, кстати. Все нормально. Тут нечего делать. Идем сюда. О, вот, вот, вот. А как мне его достать? Вопрос. Надо как-то сейчас сориентироваться. Во! Сориентировался. Кожаны всякие летают. 6 штук осталось, да? Теперь забраться повыше по себе. А если аж сюда перепрыгнуть? Есть. Вот зараза, зацепил. Еще раз. Окей. А тут что? А тут... А, та-та-та-та-та-та! Скорпиошка. Умер. Нет! Так. Тут ни хрена нету. Зачем я сюда спустился? Я не знаю, стоит ли даже вниз спускаться. Тихо! Ладно, надо его замочить. 20 секунд! А чекпоинт! One up! С самого начала, да? Конечно. Сейчас все будут живые. Кого я поубивал? Это очень плохо. Хоть бы какое-то падло давало часы, чтобы сокращать время. Ай.
Ай! Да блин! Отлично. Да ядрит твою мать, иди нафиг! До последнего меня доклепал. Так, осталось 4 штуки, где их нахрен искать? О, да! Печальненько. Ай, ай, ай. Спешка. Так, уползай отсюда. Не беси меня. Ладно. Хорошо, что я не упал. 4 штуки, где они валяются? Где? Я возвращаюсь к тому же месту, да? Ладно. Есть еще один. Часы. Чекпоинт. Нифига нету. Еще 3. Ого, как вы далеко летаете, да? А тут куда? Твою мать! Не является 4 штуки, да? Я чувствую, сейчас буду один искать. Нравится мне все это. Смотрите. Вот один. А где еще один? Иди, твою мать. Это важно. А где еще один? Называется лазили-лазили по деревьям. Полезли.
Так, я сейчас для профилактики спрыгну с вот этого дерева. Я убедился, что этого и нахрен не надо было делать. Хорошо. И дальше. Так, вот это дерево, да? И нахрен не нужно. Хорошо. Да падла. Да как ты по два раза плюешь там? А, я понял. Я вернулся сюда. А вон он, вон лежит. Вон он лежит. Вон он лежит. Сейчас я только как-то надо, я не знаю. О, сманеврировал. Есть. Есть же. 10 уровень. Привет, Скорб. После книги Жули Трайл Дракул, пусть его знает, не буду обещать. Хватит ли мне 6 жизней, чтобы пройти 10 уровень? Или не хватит? Эй! Ну как же? Успеть ее забрать. Вот тебе ночи огоньки. Кстати, я даже не могу точно сказать. Видел ли я вообще этот уровень цветной? Да и вообще всю эту игру видел ли я цветной? Потому что я ее всю проходил черно-белый. Да, кстати, маска тут очень даже нужная вещь, я помню. Потому что... Кругом огонь! Ай! One up. Алмаз, 8 штук осталось. И все? А! Вот ты капец. Ага, вон one up. Ладно, я сейчас пока маску включу. Вон алмазик. А, блин, а что такое? Что ж такое-то? Зараза такая. Ага, понял, наверху есть. Надо подниматься и забирать.
Фак! Получи, блин. Что там внизу? И то, что гроза бьет, это одно. Если там что-нибудь полезное. Еще один нашли. Тихо, туда мы пока не пойдем. А теперь пойдем. Так, 4 штуки осталось, да? Хотя и маски не так много. Маска. Есть. Так, вон один лежит. Хорошо. Это очень хорошо. Котеныш. Успел? Где же еще, блин? Так, включить маску, потому что я не знаю, куда я упаду. Ага, тут уже Шерхан. Тут уже Шерхан. И где еще 2 штуки? Вопрос. Скорб, это ты меня решил тролльнуть? Так, ну да, тут Шерхан уже. Или ты и правда спрашиваешь? Блин, где еще один алмаз? Так, блин, Скорб, почему я тебя спрашиваю, че ты не троллишь меня? Потому что я эту игру фиг знает сколько раз... Так, у меня закончился уже. Я ее фиг знает сколько раз спидранил на стриме. Где ты был? Вот в чем вопрос. А не то, что ты хочешь в нее поиграть. Конечно, я знаю ее название, блин. У меня мировой рекорд по прохождению этой игры. Если бы вы хоть иногда заходили на СК2 ТВ ко мне, вы бы многое знали. Смерть. У меня там и список пройденных игр, и как раз в списке пройденных игр ты увидишь ее точное название. Вот это ты меня приколол, я тебе говорю. Говорит, ты знаешь такую игру? Я ее уже всех задолбал этой игрой. Спидранами. Он говорит, а ты знаешь такую игру?
недельки три, и за три недели ты ни разу не зашел на СК2 ТВ. Не, я, конечно, ничего против не имею, но, блин, просто я же говорю, на СК2 ТВ тут много интересных ссылок у меня в описании стрима. Вплоть до того, что список пройденных игр и все остальное. И как раз таки есть ссылка на рекордное прохождение этой игры в описании стрима. Или вам, гудгеймовцам, религия не позволяет заходить сюда? Оно как бы... Не знаю. Что в этом плохого, допустим, зайти к стримеру на СК2 ТВ? Тем более ссылку я там вроде бы оставлял на свой стрим сюда. ГГ! Просто на Гудгейме описание стрима я там не знаю. Я делал там ни ссылки не кликабельные, ни хрена. Они как-то так все шифруются. Боятся, видимо, не знаю, чтоб зрители от них никуда не переходили. На СК2 ТВ все ссылки кликабельные, все хорошо. А там я оставил несколько ссылок, они какие-то, блин, на них хрен нажмешь. Только копировать надо. И то не факт. Что это за прикол такой? Что это за описание стрима тогда? Допустим. Да ну где? Я офигею с этого уровня. Где один кристалл сраный? Только на ГГ сидишь? Да ну блин. Не гони. Я тебе советовал бы... Еще даже на Twitch заглядывать периодически. Там прикольные стримы есть. Во всяком случае, я для себя пару прикольных зарубежных стримов нашел на Твиче. Правда, их смотреть по нашему времени желательно только ночью. Но все равно. А на ГГ, на СК2 ТВ хрен ты что найдешь. Блин. Я тебе точно говорю. Это так вот. Мне лично смотреть некого. Вот некого, реально. Причем, если на СК2 ТВ там хоть иногда можно того же King Cobra посмотреть, то на Good Game вообще некого. Good Game — это, блин, фан-клуб Абвера и Поми. Там смотреть некого. Там и меня особо никто не смотрит. Ай-яй-яй, ну где же кристаллик-то? Ну... Что за издевательство? Ну сколько можно? Ну блин. Я уже даже маску насобил. Ну, опять жизни осталось. Так, я паузу нажму, а то, блин. Так я и Вольф о том же и говорю, что в общем-то даже я заметил, что у СК2 ТВ и у ГГ, именно у главных админов, есть какая-то, какое-то сотрудничество. А зрители почему-то вот уперли с рогом. Одни сидят там, другие там. Вот все, тупо религия не позволяет перейти по ссылке на СК2 ТВ. Что это за бред, блин? Фанатизм какой-то. Я, допустим, мне несложно зайти там, ага, посмотреть, может, у стримера там что-то интересное, какие-то ссылки, там вводы, отрывки и так далее. У кого какие идеи? Где мне искать эту хрень эту, блин? У меня уже нервов не хватает бегать. Вот я сейчас тупо хожу в той стороне, где находится Шерхан. Вот, вот, вот тут Шерхан. Что дальше? Я не знаю, что дальше делать. Где искать? Блин. Ну, конечно, я в такое еще место спустился. Так, все, выключаю. Я хоть маски подкопил чуть-чуть.
Ну это за счет смертей новые маски поднабрал. А тут что? А тут тоже ни хрена, блин. Что за, блин? Где один находится? Как игра называется? Вот зайди в список моих игр, и на самом верхнем месте там будет в скобках время 25:16, по-моему, да? Игра называется Toki Shirai Soul Brain. Но от того, что я сказал, ты ее не найдешь. Тебе надо ее копировать. Я же тебе не могу по буквам сказать. Ай, фак! Ну все, приехали. Очередной раз приехали. И эта игра к Робокопу никакого отношения не имеет. К слову. Абсолютно никакого. О, маска. Маска. Перед смертью возьмем маску, потому что потом она нам пригодится. А вдруг я сейчас еще и найду виноградик, так вообще прикольно будет. А-а-а, нет, не найду. Как я на огонь не упал-то? Вы видели это? Еще бы чуть-чуть и капец был бы. Блин, эта мышь меня бесит. Кожан. Убил. Вот он! Пута мадре! Вот он! Теперь можно идти к Шерхану, но у меня жизни, в смысле ХП, нету. Так, ну что ж. Двойные. Понятно. У меня осталось 4 жизни. 4 попытки на драку с Шерханом. И чем его бить, я не знаю. Ладно, поехали. Скотина. Походу, тут маска надо периодически. Так, попробуем вот этой хренью плеваться. Да, я чувствую, сейчас все заново придется проходить, а там у меня жизни будет помпы. Ну ладно. Не повезло, так не повезло.
Есть! Ха-ха-ха! Ядрит твою мать! Без континуумов. Причем 7, 8, 9, 10 уровни я проходил, ну вообще, тупо наугад. Ну что ж, теперь можно в список пройденных игр добавить книгу джунглей. Одна игра добавилась, ура. Ну я имею в виду пройденные игры на стриме. Да я бы не сказал, что изи. Он под конец эти платформы сбивал. Нормально. Все. Да, и